образования детей и молодежи, их гражданского самоопределения, способности идентифицировать себя как часть многонационального народа. В 2000 году в Ижевске прошел Всероссийский молодежный форум «Мы – россияне». Именно этот форум стал началом создания молодежного крыла Ассамблеи народов России, общероссийского общественного движения «Молодежная ассамблея народов России. Мы – россияне». Официально движение зарегистрировано 17 августа 2010 года. Сегодня Молодежная ассамблея народов России «Мы – россияне» – это успешный синтез разных направлений в работе – форумы, круглые столы, акции, проекты, семинары, конкурсы, воплощение грантовых программ. Социально значимые мероприятия, реализуемые Молодежной ассамблеей «Мы – россияне» совместно с Ассамблеей народов России, складываются в единую систему по воспитанию действенного патриотизма и гордости за свою страну у детей и молодежи. Огромный общественный резонанс получил проект «Дружба народов. Единство России», реализованный Молодежной ассамблеей на средства президентского гранта. В рамках проекта был объявлен всероссийский конкурс молодежных сценариев социальных роликов под девизом «Дружить значит жить». По 5 лучшим сценариям были созданы пронзительные и трогательные социальные ролики о необходимости представителям всех народов жить в мире и согласии. Состоялся международный студенческий фестиваль «Moscow Welcome. Мы россияне. Мир, молодежь, Москва». Международный молодежный форум «Новое поколение Евразии». Это 3 дня плодотворной работы, 26 спикеров-экспертов, 300 участников из 82 регионов России, представители 22 стран Евразии, молодежи, которая творит мир на континенте. «Форсайт» – проект «Межнац-инициатива» – создание модели взаимодействия молодых экспертов, разработка совместных проектов и программ, укрепление межнационального единства. По итогам проекта сформирована карта будущего в сфере межнациональных отношений в молодежной среде. Молодежная ассамблея народов России «Мы – россияне» – это более 80 региональных отделений, в которые входят 155 молодежных организаций, объединений и автономий. Это более 6000 человек, занятых важным и интересным делом. Делом воспитания действенного патриотизма в молодежной среде, формированием гармоничных взаимоотношений в многонациональном российском обществе. Ассамблея народов России выполняет очень важную